11 января в Конгресс-холле состоялось торжественное открытие молодежного форума «Сибирский путь». Он собрал молодых патриотов, добровольцев, предпринимателей, представителей православного духовенства, лидеров социальных проектов из Сибири и дальнего зарубежья. Форум стал первым событием в череде мероприятий международных молодежных сборов «Рождество в Сибири» 2019. Мы должны стараться, чтобы самим создать все, чтобы сами быть создателями, тогда для нас будет хорошо. Поэтому я вас поздравляю с началом наших торжеств, празднования Рождества Христова в Сибири. И давайте вот с этого года будем всегда отмечать этот день. Вот я просил Владыку Савватии, чтобы начать этот праздник с Рождества Христова, потому что в самый день Рождества вот открывается марафон. Может быть, из вас кто-то были на марафоне. Могут приехать люди, которые участвуют в марафоне, а потом продолжать праздновать Рождество Христово в Сибири. В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Омской митрополией Русской Православной Церкви. Спасибо вам. Инициатива взаимодействия с епархией, она очень важна. И сейчас мы ее привели вот в такой, так скажем, чиновничий порядок, да, подписав соглашение, но оно абсолютно неформальное, оно уверен, что рабочее, живое, которое даст нам возможности проводить не только вот эти события, вот это мероприятие, но и выстроить целую линейку каких-то совместных мероприятий, которые бы позволяли нам развивать нашу молодежь вот именно в тех канонах, да, истинной веры, истинной любви, патриотизма, любви к своей стране, к своей малой родине. И позволило бы нам решать те глобальные задачи, которые ставят перед нами и руководство нашего региона, и руководство страны, о том, чтобы воспитывать новую, потенциальную, сильную, духовно и нравственно воспитанную молодежь. Также в этот день в Конгресс-холле работали несколько площадок: молодежное предпринимательство, патриотическое воспитание, гармония отношений, развитие добровольчества в Сибири, точки роста и Рождество Христово. Кроме того, студенты могли пройти экспресс-диагностику в форме компьютерного тестирования на определение личностно-деловых компетенций, а также составить профессиональное резюме для трудоустройства и успешного построения карьеры. Приходят ребята, сегодня достаточно популярностью пользуется данная площадка. Ребята приходят либо определиться с выбором профессии, приходят даже школьники, да, которые не знают, куда поступить. Поэтому мы им предлагаем также тесты для того, чтобы определиться с будущим выбором учебного заведения. Удостоверился, что я хочу стать будущим компетентным специалистом в своей сфере, то есть в экологии. И у меня стремление к достижению признания в своей сфере. Я считаю, что форумы такого рода обеспечивают рост, развитие нашей молодежи, объединяют, то есть позволяют найти ей, найти общие интересы, то есть как-то скооперироваться вокруг чего-то. Вот в данном случае молодежь кооперируется на базе вот этого замечательного форума. Много интересных семинаров проводится и направленные на духовно-нравственные темы, что очень важно для того, чтобы наша культура России обогащалась и не тратила свои ценности. Отметим, что международный форум «Сибирский путь» проходил в Омске во второй раз. Его участниками в этом году стали более 2000 человек.